В администрации Гагарского района состоялось собрание Ассоциации матерей погибших и вдов района. Подробности смотрите далее. В работе собрания также принял участие глава администрации Гагарского района Григорий Еник. Перед собравшимися с отчетом о проделанной работе организации выступила председатель Ассоциации матерей погибших и вдов Гагарского района Алла Григолия. Участники собрания были проинформированы о том, что продолжается эксгумация бойцов, захороненных в Сухуми на территории парка Славы. Благодаря данной работе были опознаны останки еще шестерых бойцов, в числе которых выходцы поселка Бзыпта Виталий Анатольевич Канджаря и Леонид Владимирович Хагуш. Вторым вопросом рассматривали кражу имущества матери погибшего Сергея Словец и Елизаветы Словец. Кража произошла 6 ноября 2013 года. На сегодня по факту кражи отдел внутренних дел поселка Бзыпта ведет расследование. Об этом сообщил сотрудник правоохранительных органов. Алла Григолия также сообщила о проведенных мероприятиях, приуроченных к 20-летию Победы. Также она добавила, что на сегодня, согласно президентской программе, ведется работа по оказанию материальной помощи, восстановлению жилья, семьи погибших, инвалидов войны и малоимущих семей. В ходе собрания Ассоциация матерей погибших и вдов избрала актив и было принято решение проводить встречу раз в полгода.